Добрый день, здравствуйте. Скажите, что скоро увидимся. Скоро пересечемся. Скоро пересечемся. Скоро пересечемся. Сейчас, секунду. Скоро пересечемся. Нефть отгрузили. Это мама. А, это мама. Да. Мама. Все, скажите, котлеты съел, борщ на столе. Все нормально. Ребят, очень быстренько, коротко. Мы снимаем программу, называется «Экзамен». Задаем разные вопросы, значит, связанные со школьными дисциплинами, да, предметами. Сегодня говорим обо всем и по чуть-чуть. Это общие знания, то есть география, химия, физика, неважно. Если вы справляетесь с этими вопросами, я вам дарю приз, да, скажем так. Если проваливать экзамен, выполняйте несложное задание. Первый вопрос. Скажите нам, пожалуйста, как вы думаете, какое... О, добрый день, здравствуйте. Вот, будете помогать. Какое озеро самое глубокое? Неожиданный вопрос, если честно. Это к ней. Я по географии ноль. Варианты. Варианты ответов. Синевир, Иссык-Куль. Есть такое озеро. Да. Угу. Либо Байкал. 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 Тоже думаю, что Байкал. Байкал вроде. Байкал. Мне кажется, третье. Ну, я думаю. Иссык-Куль, да? Да. Какое-то странное озеро. Я бы там не купался, если честно. Байкал. Да. Кто написал роман «Отцы и дети»? Грибоедов? Нет, боже. Достоевский? Нет. Если мне не изменяет память, вроде как Булгаков. Варианты ответов. Достоевский. Варианты ответов. Какие варианты ответов? Варианты ответов. Слушайте меня. Тургенев, Толстой, Лев Николаевич, либо Лермонтов. Каждый из вас выбирает по варианту. Я выбираю Толстой. Толстой? Я этого. Тургенева. Нет, Тургенев. Ну да, давайте. Тургенев. Тургенев. А чё Тургенев? Ну, значит, был Достоевский. Нет, Достоевский написал другую. Тургенев. Тургенев, да? Тургенев. Да! Красавчики. Да, интуиция вас не подвела. За что вручают пулитцеровскую премию? Я знаю, за что вручают Нобелевскую. Ну, Нобелевскую мы знаем, а вот пулитцеровскую за что? А вы знаете? Да. А вы знаете? И он знает. За что? За что? За все хорошее. А варианты ответа? Ее вручают медикам, ее вручают физикам или ее вручают журналистам? Журналистам. Журналистам. Скорее всего, ну, мне кажется, журналистам. Физика. Физика сложный предмет. Ну, давайте тогда, не знаю, давайте третий. Пальцем да, в небо, да, журналистика, да, да, это да. Правильный ответ. Журналистам, наверное. Я слышал правильный ответ вроде бы, да? Журналистам, да. Это журналистам вручают или писателям? Ну ты такой умный, а? Да, просто да. Он начитанный. С Одессы я. Ты с Одессы, да? Тебе надо в ЧГК играть. Это тебе? Боже, спасибо большое. Да, такой бонус небольшой. Покажи, пожалуйста, пятерочку. Вот так вот, красавчик. А вы так всегда выигрываете? Вот тогда наугад тут. Ну, не знаю, ну давай, ну ладно, пусть будет и вот джекпот, да? Ну, наверное, да. Смотри «Утро на седьмом», рубрику «Экзамен». О, посмотри, да. Да, обязательно. И не переключайтесь. Все, всего доброго, парни, счастливо. Пока.